Друзья, всем привет! Приехали мы в запретную зону. Здесь такой вот шлагбаум. Здесь танки тренировались раньше. Я не знаю сейчас, правда, что здесь есть, нет. Раньше здесь ездили, такая вот дорога идет. А сейчас не знаю, такой шлагбаум. Колючая проволока везде огорожена. И там вдалеке стоят два знака. Нельзя заезжать сюда, въезд запрещен. Но мы все равно заехали. Думаем, поищем маленько металлоискателем что-нибудь здесь. Ну как, Миш, ты готов? Да. Не страшно тебе? Нет. Волнуйся, семечки грызешь? Угу. Мы, кстати, металлоискателем поискали, Макс сразу трубу нашел, прямо вот здесь. Вот, вот так вот. Только вышел из машины, прям попробовал для интереса. Ну пойдемте, друзья. Нет, не сюда. Там колючая проволока. Перейдем ее и там поищем что-нибудь. Там еще интересный какой-то подвал. Здесь нам не надо. Здесь что-нибудь делали, какой-нибудь мусор. Давайте посмотрим, что там интересного есть. Дождь, правда, вот пошел. Может, что найдем здесь, в этих заброшках. Друзья, здесь какая-то дверь тайная. Не знаю, что это такое. Мих, заглянем, да. Что это такое. Ага. Здесь так что-то звенело у нас. Сейчас шли. Во, Макс, проверь-ка. Вот это место. Запомнил, где? Да, да. Пробуй. Здесь, в принципе, легко копается. Ух ты, нифига, что-то серьезное. Ух, а тут песок нормально копается. Только что дождик шел. И тут уже солнышко вышло. А вот там, смотрите, друзья, какая-то вышка. Может, там за нами следят. Там еще какой-то домик построен. А? Там оно что-то здоровое. Здоровое? Ну-ка, Мак, копни. Попробуй. Легко копается? Я тебе помогу. Ну, копать легко, а вытащить ни хрена. Ну ты пока копни ее со всех сторон. Глянь, что это такое. Копай ее. Посмотрим, что это такое. Здесь песок. Это ж лес. Вокруг нас лес. Там, туда далеко лес везде пошел. Интересное сооружение. Что за сооружение? Пока не знаем. Какие-то учения здесь были. Может, здесь что-нибудь разрабатывали военные. А, Миха? Не знаю. Сейчас глянем. Что это, Макс, такое? Может, арматурина какая? Нет? А что-то здоровенный. А, это, Макс, кусок, он все равно здоровенный. Тут что-то закопали конкретное, Миха. Смотри. Ух, сдать можно на металл. Там не вытащить. Смотри, она туда идет без конца. Тут, походу, целая воротина. Мы сдадим, па? Как ты его вытащишь? Надо выкопать, она вон, смотри. Смотри, она где идет. Караул, друзья, это все это воротина идет. Здесь, походу, металла можно находить много. Не знаю, будем копать, мы нет дальше. Ну, сейчас попробуем еще. Копнем и посмотрим, что за тайная дверь такая. Глянь, Макс, так, для интереса, что же это такое может быть. Это железка такая здоровенная. Пойдем глянем, что ли, Миха? Пойдем. Ну, пойдем, пока брось там. Какая-то куча мусора. О. Ага. Здесь, походу, стреляли когда-то раньше. А ну здесь даже макет. Тоже здесь солдаты тренируют. Смотри. Макет человека вот такого. Поэтому здесь въезд запрещен. Как бы нельзя сюда. А здесь, наверное, стрельбу. О. Тут, походу, столько всего. Прямо иду, смотри, друзья. Здесь все везде звенит. Их. А, точно, это стрельбы у них. Здесь, наверное, гильзы валяются. Смотри, здесь все в звене. Это что такое? Это болванка. Это болванка железная. Пуля. Здесь только можно все насобирать, если захотеть. Смотри, Макс, здесь все звенит. Может, пуля? Смотри. Может, пуля на ее? Попробуй для интереса, может, что это может быть-то. Там... А там какой-то песок. А, вот мишень. Друзья, мы поняли, что это такое. Оттуда, из этого прохода, военные стреляют. Вот так. Так что мы сейчас... Там, где нам нельзя быть. Сейчас выйдет мужик какой-нибудь и нас прогонит. Какой-нибудь сторож. Вот здесь столько всего. Звенит везде. Гильзы. Гильзы? Да. Какой-нибудь посмотрим. Вот такие. Как те. Целые, ну-ка. Ржавые. Там вот там более-менее. Какие-то, не знаю, то ли гильзы, то ли что это такое. Ржавое все. Там вот что-то красное, что ли. Подожди-ка, а вот это что такое? Вот они прямо здесь. Да, гильзы, смотри, какие здоровые. Там что-то красное. Правильно, здесь тренируются, может, оружие испытывают. Представляешь, сколько здесь металла? Вот. Тихо. Папа, проведи. Тихо, ходи там. Да тут везде металл. Я здесь не стою, у меня все звенит. Вон. Угу. Все звенит. Везде. Это гильзы-то от этого. Тут даже не гильзы, тут, наверное, и пули должны быть.
Давай попробуем. Представляешь, вот такой дали, вон откуда-то оттуда они там лежат, лежа или там сидят, стоя, стреляют, и пули здесь все остаются. Все уже, вот, смотри, все обдолблено. Вот, смотри, какие стены, летают здесь. Испытывают, наверное, оружие всякое. Вон, здесь смотри, все, Макс. Все звенит в этих гильзах. Найди пулю, поищи. Сейчас Макс поищет. Вот гильзы. Видите, вот такая высота. Это заброшка. Ну, не заброшка, в принципе. Вот здесь тренируется, когда надо. Вон, они же, Макс, валяются. Вон целый снаряд. Подними, Миха, посмотри. Что за пуля такая. Ну-ка, дай-ка папке. И тяжелая. Ух ты, она тяжелая. А смотри, она не разорванная. Не пойми, что это такое. Она прям подходит в дырку. Нифига себе, крупнокалиберная. Смотрите, друзья, сейчас она так вот летела. Бабахала, охренеть. Что такое? Что это такое за оружие здесь проверяют? Какое когда-нибудь оружие видели? Офигеть, это, неужели такая пуля? Это, я даже не знаю, что это такое. Здесь их очень много, смотри, сколько здесь их. На груз можно набрать, смотри, или на утяжелители классно. Они тяжеленькие, грамм там по 200. Можно утяжелители для спорта понабрать. Смотрите, сколько их здесь. Вот они. Вот, смотрите, сколько. Смотрите, какие классные вещички. Так, надо выключить пока, наверное, его. А то он пищит, запалит нас здесь. Интересное сооружение, да, Миха? А там, наверное, сколько их. Балдон, смотри, какой лежит. Колесо целое, здоровенное. Это да. Так, давайте поставим, пока его вот сюда положим. Вот так. Тут их вот много. Здесь Макс валяется. Смотри. И балвашек. Вот они. Какой-нибудь утяжелитель можно, как груз, но они такие уже тяжелые. Вот. Целые. А здесь полно. Так что вот так. Ну, я думаю, искать здесь нечего. Металлоискателем. Так и будут податые железки вот такие всякие. А здесь что? Манекены вон они. Тоже простреленные. Ай? Да это какие-то, хрен поймешь, что. Даже не пойму, что это такое за пули. Я просто так кусочек пули, железки пули. Откопал. Кусочек железки? Да, просто так. Здесь полно. Без ничего. Ладно, пойдемте сейчас погуляем, еще где-нибудь поищем металла. А здесь больше ничего интересного. Здесь много металла, но он нам не нужен такой. А здесь на входе все прямо усеяно. Смотрите, сколько металла. Вот, все везде пищит. И здесь большой, и маленький. Все-все везде в металле. Тут можно столько накопать всего, если заниматься. И офигеть, здесь смотри. Вот это металл, друзья. Можно копать. Вот такие вот. Не знаю, что это вообще такое за... Типа пули. Тут все везде в металле, Мих. Вот валяется. Вот, наверное, такие везде и валяются. Да. Видать, бросали еще, наверное, 100 лет назад. Давно это сооружение, я еще знаю, лет 30 назад оно здесь было. Мы сюда не доезжали никогда. Вот проволока. Здесь так по все понакопаешь. Блин, у нее здесь еще насечка. Да, какие-то насечки у нее тут. Такие интересные пули. Может, для тренировок специально танковые какие-нибудь. А может, там на танках тренируется? Может. Подъезжают, может, там становятся в эти ангар в этот, бабахают. Потому что здесь ездили танки такие здоровые, привозили. И там по дороге они вон там они гоняли. Интересно. Вот такого чувака еще здесь нашли. О, стоит такой в полный рост дядя с автоматом. Тоже, наверное, они военные тренировались. Да, Мих, смотри, к тебе идет. Будешь с ним сражаться? Да. Эх, Миха. Миха, подожди, ты его убиваешь его. Во, классно. Что, тебе для тренировок классно. Стой, я поставлю его к стене. Ну-ка, Миха. Дай-ка ему нагоняя. Тихо, в стену не пойди. Все, ты победил, он упал. Для тренировок можно. Он второго Макс тащит. Дядю. Ну-ка, обними его в обнимку, Макс. В обнимку обними его. Я тебя сфоткаю. Ого, прикольный. Такой с поролона. Ладно, вы не кричите громко, а то там, может, дядька охраняет какой-нибудь сторож. Может, военные даже, солдаты. Прибегут нам с автоматами. Скажут, что здесь делаем на опасной территории? Что мы будем делать? Убегать будем? Не успеем. Ладно. Лопата, пойдем еще посмотрим, что мы там копали такой здоровый. Вот, откопали вот такую вот
железяку арматурина тут приварена. Ну, что-то, видать, делали раньше. Хороший вес. Здесь килограмм, наверное, не знаю, 8-10, наверное, есть.